Это здание предназначено для размещения в нем магнитно-резонансного томографа. Будет обслуживать детскую поликлинику номер 2 на проспекте Гагарина. Возводить модуль стали в начале лета. Контракт сроком на полгода и стоимостью более 14 миллионов рублей департамент капитального строительства правительства города заключил с компанией «Фаворит». Работа выполнена уже на 99%. Сейчас приступит клининг, и мы уже в ближайшее время передадим больнице данный объект. По осмотренному объекту у меня претензий никаких нет. Все сделано довольно-таки качественно. Не скрою, были некие неточности в проектной документации, но мы их устранили в процессе строительства. На сроки и на стоимость это никак не повлияло. Площадь модуля 225 квадратных метров. В здании предусмотрены комнаты для ожидания, подготовки, процедурная, кабинет врача, комнаты сканирования и управления, шлюз кабинета МРТ, помещение для персонала, а также санузлы. Компания, которая выполняла работы, имеет 15-летний опыт по строительству подобных объектов. Были нюансы, но мы их устранили, все. Возвели модуль 240 квадратных метров. Возвели быстро, были моменты с подключением сетей, согласование. Все прошли, сейчас заканчиваем мебель, установку, мелкие моменты. Навес над оборудованием, будет благоустройство, асфальт здесь. Планируем к концу следующей недели закончить. Окончание работ по контракту – декабрь этого года. В сроки подрядчик уложился. Глава департамента капитального строительства Илларион Гапицунов рассказал, что в городе еще несколько объектов готовится завершить до конца года. Мы на первой горбольнице тоже заканчиваем строительство модуля. Возле Даши Севастопольцы компьютерный томограф. В следующем году предусмотрено строительство 3 модулей для детской поликлиники и размещение магнитно-резонансных томографов, подытожил Илларион Гапицунов. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.